Ревнителя Илию нравы подражая, крестителю правыми стезями последуя, отче Антония, пустыни был си житель, и вселенную утвердилась и молитвами твоими, тем же моли Христа Бога, спастися душам нашим. Житейские молвы отринув, безмолвно житие скончал еси, крестителя подражая всяким образом преподобнейший. С ним оба тебя почитаем, отцев начальниче Антоние. О великий угодниче Божий, преподобный отче Антоние, яко имея дерзновение ко владыце Христу и ко причисти Его Матери, буди о нас недостойных молитвенник теплый, заступая нас от всяких бед и напастей. Да твоими молитвами невредимы от враг видимых и невидимых прибудем. Моли милосердие Божие, да спасет нас от прегрешений наших, ими же весь и судьбами. Моли благость Его, еже милостивно храму сему потребное даровати, жизнь нашу умерите, и вся прихожаны храма сего помиловати, и спасти души наши. Да непрестанно славим, хвалим, поем и величаем пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.